В первый день декабря во всех районах Московской области стартовала ежегодная акция «Зимний парк». Это начало своеобразного отсчета до любимого многими праздника – Нового года. Ровно 18:00 все парки Подмосковья зажглись красивыми праздничными огоньками, в том числе и наш парк Захарова. Парк Захарова уже в третий раз присоединяется к этой акции. С 2015 года мы участвуем. Жители сельского поселения Захаровска и гости парка очень любят эту акцию. Яркая иллюминация украсила деревья и декоративные конструкции Захаровского парка. Для гостей были организованы ярмарка, интересные конкурсы и концерт. Начало зимы, радость, да, объединение людей, да, объединение, общие хороводы, общие песни, общие традиции. Это замечательно. Нужно почаще объединяться, и здорово, что такие праздники устраиваются у нас в парках. И мне кажется, каждый ждет какого-то чудо, потому что Новый год – это всегда Снегурочка, Дед Мороз и что-то необычное, ведь в Новый год всегда должны сбываться все мечты. В парке Захарова уже запланирована насыщенная программа на новогодние и рождественские каникулы. У нас с 1 декабря очень интересная программа в парке. Во-первых, у нас две новых экскурсии. Это история елочной игрушки и экскурсия, как встречают Новый год в разных странах мира. Интересные познавательные экскурсии, а также у нас запущен мастер-класс «Елочная игрушка». И также 24 декабря с 12 до 2 у нас в парке будет проходить елка новогодняя. Мы всех приглашаем. Будет встреча с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами. Теперь украшенный парк Захарова будет радовать своей красотой местных жителей и гостей. А самое главное – создавать предновогоднее настроение. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».